в этой комнате начал укладывать ламинат. В первую очередь ламинат ложится от окна к двери, а подложка ложится поперек. И склеиваются стыки скотчем. И друг на друга ложить нельзя, ни в коем случае. Они должны в стык клеиться. Далее. В общем, к стене я подогнал. Одну сторону здесь пришлось пилить, чтобы у меня здесь не было зазора большого. Стыки ровно подогнал, и у меня линия получилась ровная-ровная. И чтобы дальше ложить следующий слой и последующий за ним, я закрутил саморезами здесь вот, где будет находиться плинтус. Когда все уложу, я, конечно, саморезы уберу, и вот эти вот отверстия, они потом закроются. Но когда я закручиваю и продолжаю ложить, я здесь, это вот замковый ламинат, но я все равно здесь буду укладывать клей. Так как пол кривой, и если клей не положить, у вас просто эти швы разойдутся. И потом выбросите и положите линолеум. Но чтобы этого не произошло, не бросить деньги на ветер, буду ложить на клей. И когда я буду укладывать, естественно, буду рукой помогать, чтобы у меня швов здесь не было. Этому ламинату помогать буду, туда заходить. А вот эти саморезы помогут не сдвигаться всему ламинату. И швы будут идеальные, что вот эти вот вертикальные, что горизонтальные. Ну так вот скажем, вертикальные, горизонтальные. Ну это я так ложу. Ладно, пока.